Елбасы 2016 жылға дейін Қазақстанның аймақтық көліктік логистикалық хабына айналу және Қазақстан жаңа жібек жолы жобаны іске асыру жөнінде нақты тапсырмалар берген болатын. Қазақстан теміржол осы жобаның операторы ретінде логистика саласында ауқымды жұмыс жүргізіп жатыр. Соның ішінде ұлттық көліктік логистикалық инфрақұрылымды дамыту және осы инфрақұрылымды еуразиялық көліктік логистикалық жүйеге интеграциялау. Сонымен қатар жаһандық инфрақұрылымдық интеграциялау және халықаралық деңгейдегі ұлттық көлік логистикалық операторды одан әрі дамыту Қазақстан транзитінің әлеуетін арттыруға бағытталған жұмыс. Растущая динамика торговых отношений стран Европы и Азии формирует предпосылки для реализации Казахстаном и странами региона стратегически важного преимущества географического расположения между двумя полюсами экономики на Евразийском континенте. По экспертным оценкам, объем торговли в регионе к 2020 году вырастет до 1,2 триллионов долларов США, а объем грузовых перевозок в сообщении между Азией и Европой до 170 миллионов тонн. Устойчивый тренд роста объемов торговли, интенсивное развитие центрального и западного Китая создают благоприятные условия для реализации транзитного потенциала Казахстана. В 2012 году совокупные доходы от транзитных перевозок всеми видами транспорта составили более 1 миллиарда долларов. При этом основной объем 87% приходится на долю железнодорожного транспорта. Занимая 11% в общем грузообороте железнодорожного транспорта, транзитные перевозки обеспечивают 20% общего дохода компании и являются приоритетным сегментом рынка. Для обеспечения конкурентоспособности и увеличения объемов транзитных перевозок нами реализуется бизнес-стратегия, предусматривающая продвижение услуг и повышение их качества и эффективности. Так, на сегодняшний день для обслуживания контейнерного грузопотока в транзитном сообщении Азия и Европа налажено регулярное курсирование 14 контейнеров шаттл-поездов. Организованные нами услуги перевоза груза в регулярных контейнерных поездах являются конкурентоспособным логистическим продуктом со скоростью движения по территории Казахстана более 1000 км в сутки. В результате сроки доставки грузов из центров консолидации на территории Китая по сухопутному маршруту в 3 раза меньше по сравнению с традиционным морским сообщением. В результате активной работы по продвижению услуг общий объем контейнерных поездов за 10 месяцев 2013 года составил 1540 составов, что на 15% больше уровня 2012 года. При этом интенсивность курсирования от контейнерных поездов достигла 5 поездов в сутки. В начале следующего года планируется запуск еще 3 контейнерных поездов с сообщением Китай-Европа, Китай-Центральная Азия. В рамках 2-го международного форума «Казахстан New Silk Way» была достигнута договоренность о переориентации логистики грузов крупных клиентов, таких как Hewlett-Packard и DHL, с морского маршрута на сухопутный, с дальнейшим использованием центра дистрибьюции и логистики, создаваемого на территории СС «Харгос» Восточные ворота. Например, в настоящее время схема поставок продукции HP в Центральную Азию и Россию осуществляется авиатранспортом из Чуньцина, Гонконга и Шанхая через дистрибутивную сеть европейских аэропортов. А также применяется схема доставки из восточных портов Китая морем в Арахаб Дубая для дальнейшей авиадоставки в Европу. Отработанная нами совместно с компанией HP мультимодальная схема транспортировки этих грузов железнодорожным транспортом из Китая в аэропорты Казахстана с последующей дистрибуцией в регионе и авиаперевозкой в Европу обеспечивает сокращение сроков доставки до 12 дней и снижение общих логистических издержек для клиента. Реализация новой логистической схемы обеспечит дополнительный доход для железнодорожного, автомобильного, авиационного транспорта, ритейлеров, загрузку аэропортовой инфраструктуры и транспортно-логистических центров. Аналогичный проект проработан с компанией Toyota Motors, которая осуществляет перевозку автомобилей морским транспортом через Финляндию в Казахстан. С начала следующего года нами совместно с китайской железной дорогой организована мультимодальная доставка автомобиль Toyota из Японии через порт Тяньцзинь по железной дороге, что позволит сократить сроки доставки почти в 5 раз, с 70 до 15 суток. Привлечение транзитных грузопотоков через территорию Казахстана требует формирования развитой национальной транспортно-логистической инфраструктуры и ее интеграции в международную систему. Для этого реализуются инвестиционные проекты по развитию и модернизации инфраструктуры транспортно-логистического комплекса. В 2014 году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Жезказган-Бейнеу-Аркалык-Шубаркул, которые оптимизируют конфигурацию международных и транспортных коридоров в направлениях восток-запад и север-юг и сократят расстояние на маршруте до Стык-Актау на 750 километров. До конца года впервые создается сухогрузная морская компания. В декабре 2014 года завершится проект по расширению морского порта Актау.
Проводится модернизация аэропортовой инфраструктуры, и в течение 2 лет полностью сформируется сеть транспортно-логистических центров класса А и Б с участием частного сектора. За пределами Казахстана также формируется сеть транспортно-логистических комплексов, центров консолидации и дистрибуции транзитных грузопотоков и центров продвижения казахстанского экспорта. В частности, создается терминальная инфраструктура в порту Ляньюнгань в западной части. В западной части Китая это отдельные проекты, и на рассмотрение проекты в Центральной Европе, Балтийском и Черноморских регионах, Персидском заливе. В 2014 году начнется формирование внешней агентской сети компании. Создание единого экономического пространства повысило транзитный потенциал 3 стран за счет устранения таможенных процедур на внутренних границах и сформировало условия для реализации совместных бизнес-проектов между нашими странами. Ключевым проектом для нас является создание объединенной транспортно-логистической компании, оператора контейнерных перевозок и терминальной обработки. В рамках деятельности ОТЛК 3 железнодорожные администрации Казахстана, России и Беларуси будут предоставлять интегрированные услуги, основанные на принципах одного окна, единой технологии, стандартах качества и ценовой политики. И как следствие координировать технологические параметры развития магистральной терминальной инфраструктуры транспортных коридоров. ОТЛК рассматривается нами как основной инструмент реализации стратегических целей по переориентации контейнерного грузопотока с морского транспорта на железнодорожных сообщений между Азией и Европой. На ОТЛК возлагается задача освоения целевого объема контейнерных грузопотоков через территорию Казахстана в объеме 1,7 миллионов контейнеров к 2020 году. Реализация проекта обеспечит дополнительные доходы железнодорожной инфраструктуры к 2020 году в размере 780 миллионов долларов. И, кроме того, мультипликативный эффект для экономики Казахстана составит 5,3 миллиарда долларов США. Географическое положение Казахстана также позволяет использовать потенциал транскаспийского транспортного маршрута. Для этого в 2014 году планируется закончить строительство 3 терминалов для перевалки генеральных видов грузов, контейнеров и зерна в порту Актау. Порт является основным грузообразующим портом на Каспе, его доля в обеспечении грузоперевоз составляет 25%. При общем объеме морских перевоз более 43 миллионов тонн. При этом Казахстан сегодня не имеет собственного сухогрузного флота. Вследствие этого грузы с порта Актау вывозятся иностранными судами. КТЖ создает собственный сухогрузный флот, компанию в количестве 20 судов к 2020 году, который обеспечит более 50% перевозок с порта Актау. До конца 2013 года будут введены в коммерческую эксплуатацию 2 сухогруза ДДВ 5 тысяч тонн. Реализация принципа «свой груз, свой порт, свой флот» позволит создать эффективные условия для осуществления транскаспийских грузовых перевозок. Создание судоходной компании обеспечит осуществление мультимодальных цепочек поставок с прогнозированными сроками поставок, снижение стоимости за счет предоставления сквозной ставки и сокращение простоя, увеличение доли кассодержания в процессе доставки грузов до конечного потребителя. С учетом реализации этих мероприятий, а также завершения строительства в 2014 году железнодорожных линий Жезказган-Бейнеу, Карса-Халкалаки между Грузией и Турцией, вводы в эксплуатацию железнодорожного туннеля Мармарай через пролив Босфор, значительно возрастает потенциал транспортного коридора в этом направлении. Это будет способствовать привлечению грузопоток между рынками Китая, Турции и Южной Европы. До конца текущего года будет разработана ТЭУ по строительству сети транспортно-логистических центров в Казахстане. Сегодня совокупная мощность складов данного типа составляет 800 тысяч квадратных метров. Дефицит площадей в 2012 году составил 2 миллиона квадратных метров. А к 2020 году потребуется более 4 миллионов квадратных метров складских мощностей. С участием местных исполнительных органов, СПК, бизнесменами регионов проведен выбор участков и необходимых мощностей строительства ЦЛЦ. В течение 2 лет, 2014-2015 года, мы полностью сформируем сеть транспортно-логистических центров с участием частного сектора. Общий объем инвестиций составляет порядка 500 миллионов долларов, и доля частного сектора в реализации этих проектов составит около 70%. Конфигурация сети ТЛЦ позволит обеспечить полный охват внутренних потребностей и логистических сервисов и выйти на сопредельные рынки Урало-Сибирского региона России, Средней Азии в качестве центров дистрибьюции. В качестве таковых, таковых центров на рассмотрение у нас Астана, Актобе, Павлодар, Костанай, Шымкент, Алматы. Во всех этих городах сегодня определены земельные участки, партнеры, сегодня разрабатываются проекты соответствующие. Развитие транзитного потенциала невозможно без наличия современной аэропортовой инфраструктуры, интегрированной с другими видами транспорта,
Совместно с компанией «Люганза Консалтинг» разработана стратегия консолидации управления аэропортами, позволяющая повысить эффективность менеджмента и создать условия для привлечения к 2030 году груза и пассажиропотока в 3-5 раз по сравнению с 2012 годом. Отмечу, что в результате проведенных нами мероприятий уже сегодня увеличено количество авиарейсов в аэропортах Кокшетау и Петропавловск с 6 регулярных до 25, что дает дополнительный доход этим аэропортам в размере 150 миллионов тенге в год. Одним из ключевых факторов для достижения намеченных целей является ускоренное развитие необходимых компетенций. Для этого нами формируется альянс с мировыми лидерами в сфере логистики, такими как глобальный оператор портовой и терминальной инфраструктуры Dubai Port World, глобальный провайдер аэропортовых авиационных услуг Swissport International. Совместно с компанией DP World нами выставлена генеральная линия транспортного взаимодействия с мортом. С морпортом «Актау», его увязка с проектом СЭС «Харгос Восточные ворота» в организации глобальных поставок и интеграции нашего инфраструктурного сервиса в мировую торговую и транспортную цепочку. Общий объем инвестиций в модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры и логистических активов в период с 2014 по 2020 год составляет около 45 миллиардов долларов США, а с учетом реализованных с 2010 года до 2020 общий объем инвестиций более 60 миллиардов долларов США. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит увеличить нам в два раза к 2020 году объем транзитных перевозок, увеличить доходы в три раза с миллиарда до 3 миллиардов долларов США. Количество новых рабочих мест составит 28 тысяч, это в логистической инфраструктуре, практически это новые компетенции, новые рабочие места. Необходимо отметить, что транспорт-логистический комплекс является одним из драйверов, может стать одним из драйверов роста экономики. Общий эффект валовой добавленной стоимости от реализации программы развития транспорт-логистической системы на период до 2020 года составляет 15 миллиардов долларов. Среднегодовой эффект при росте ВВП составит около 1% дополнительно к ВВП. Спасибо.